Приветствую вас, и правда заключается в том, что ваш парень спрашивает, что нужно от отношений вам. По сути дела, проецирует на вас свою неуверенность в себе и свое понимание мира. Смотрите, скорее всего, ни вы, ни ваш мужчина не осознают такой важной, не осознаете вы оба такой важной вещи, что если вы скажете, что вам конкретно нужно от отношений с парнем, это будет, по сути, отношения по расчету. Потому что, если человек находится с другим человеком в отношениях ради чего-то, то это, как вы понимаете, расчет. А если это отношения по расчету, то они принимают весьма специфический характер. И весьма специфические последствия, которые далеко не всем, далеко не каждому нравятся. И отсюда следует вывод, что вам сначала, сперва, нужно для себя решить следующее. Каких отношений вы хотите с этим парнем и вообще? Если вы хотите отношений вот таких духовных, душевных, значит, искренних, чистых, нежных и так далее, то вам ни в коем случае нельзя говорить мужчине о том, что вам нужно от него и от отношений с ним. Вам ни в коем случае нельзя этого говорить. Вам нужно здесь переадресовывать вопрос самому молодому человеку и спрашивать у него примерно следующее. А зачем ты это спрашиваешь? Зачем тебе это? Почему тебя это интересует? То есть ваш молодой человек осознанно или неосознанно, скорее всего, неосознанно, то есть скорее неосознанно, чем осознанно, провоцирует вас на то, чтобы вы значит, как-то, ну, как бы, знаете, конкретизировали ситуацию, конкретизировали свои потребности в молодом человеке, да, и тем самым придали отношениям, ну, такой, знаете, определенный вектор. И этот вектор определенный зачем-то, для чего-то нужен вашему парню. Поэтому вот этого делать не нужно. Вот этого как раз-таки не нужно делать. Не нужно вступать в игру со своим мужчиной вам. Потому что если вы скажете ему, что вам надо, что вам нужно от отношений с ним, скорее всего, вам потом еще это будет ставиться в вину. Или вас потом будут этим попрекать. То есть имеется в виду попрекать, то, что вот мужчина будет говорить, мол, вот я там
сделал для тебя, да, все, что ты хочешь, все, что ты хотела, а тебе еще что-то не нравится. Вот. Поэтому не стоит вам играть в его игру, не стоит вам принимать условия его игры. Вместо этого просто огните свою линию, что вам от отношений нужен только он сам, как бы это ни звучало. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.